Вот. Теперь мы будем в гостях у брата Алексея. Вот. Уже больше 2 лет, как он переехал из Новосибирска в Потеряевку. Тоже думали, где, как говорится, обосноваться. И выбора другого не было. И выбор был. Мы посмотрели, как... Брат! Добрый день! Ты не против, если мы к тебе зайдем? Мы с телезрителями интернета, или как правильно? Так, я неправильно зашел. Так, овечки. Барашка, мол, вся дал. Прости, я... Не через те двери зашел. Вот овечки. Сколько у тебя овечек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Один барашек, батюшкин. Ты зерна даешь и утром, и вечером, и да? И вечером, но да так помаленечку подкармливаем овсом. Вот это ты уже больше 2 лет здесь, да? Ну, да, да. 3-й год я пошел. Что, у тебя тут еще козочки? Это козлик мой, я его на сене пока держу. Отъелся. Сейчас эти поднять, я его выпущу. Сейчас сено заберу. Вот. Сено тоже у тебя у Игоря Барабаша ты брал, да? Нет, это мое. Ты сам заготовил? Да, да. Сами там нанимали, косили. Ну, если накоса нету, там по краям и мне хватает. Ручной косил или так, это трактор? Это трактор, да? Ну да, это Игорь Барабаш. Ну, пикованник у него. Вот, чуть вот и закончился. Mm. Последний, буду скоро новый открывать. Остатки закидаем. Что у тебя еще тут интересного? Ну вот деревенская жизнь. Хочешь не хочешь, работать надо. Да и в городе работать надо. Вот я у батюшки был, батюшка говорит, ну, какая-то беседа была с одним, говорит, 3 года не может уже работу найти. Ничего себе, кто так. То есть человек обленился наш, современный-то. Ну, какую работу? Обычно я, тоже у меня были как-то беседы, то есть зарплата не устраивает там, или, например, что-то такое, черновую работу, это, ну, такая тяжелая, трудная работа. Ну, да. Делать никто не хочет, то есть полегче. Да, это как... А в деревне никуда не денешься, будешь работать, потому что иначе... А я смотрел, у тебя не было, или давно ты утеплял вот это? Это, да, прошлую зиму, или подожди, ну да, по-моему. А, с той стороны просто нету, да? Да-да-да, это просто подкрутил так, чтобы ветер не дул. Так, что у тебя еще, куры есть? Да, это все в большом сарае в основном там. Здесь только барашки. А, что... там, в том новом. Да, да, да. Барашки, они как бы могут и в это, в такой, в летний жить. Ну, с домом у тебя как вопрос там? Весной уже, конечно. Ну, как делают. Делают, видишь, как. Остались последние штрихи. Так скажем, последнюю машину леса тут привез перед Новым годом. Буквально 31-го или 30-го.
Так, беру собаку сейчас и... Вот. Ну, это у Алексея как бы временный дом, там батюшка дал ему, он пока не построится, а так у него там большой сарай новый сделал, фундамент залил, и уже в прошлом году не успел, а в этом, с Божьей помощью, должны привезти материал и установить. Он уже как бы готов, насколько я знаю, деревянный домик. Вот так вот. Ну, пойдем дальше. Ну, что там я? Собаки все целуют. Ну. Волкодав, да. Все, сейчас пойдем. Участок. Пятня. Игнатия Тихоновича. А вторая. Это дом, по-моему, Никиты, а тот Володи. Вот это Володи. Этот Никиты. О, поезд. Плохо видно. Поезд прошел. Здесь до станции 4 километра. 4 километра. Летом можно пешочком пройтись. Хотя здесь у каждого машин по 2, у некоторых по 3. Это фундамент.
Фундамент под дом. Вот такой. Брат, это тебе бетон откуда? Прямо с Барнаула привозили? Да, с города возили. 150 километров, да? Да. А сейчас уже... Раньше, может, это было невозможно. А сейчас... Всякие присадки есть. О. Здесь тепло у тебя. Ух, здесь какая бригада. Так, запотело немножко у меня, подожди. А, сейчас пусть она выключил, пусть отойдет. Так. Так, а мы пока начнем выводить поле. Так, ну немножко. Морозно. Все-таки мороз. Сколько там? Градусов 15. Морозы сегодня. Да нет, здесь. Ух ты. Так. Плохо, конечно, видно. Ну что, товарищи? Вот, а это мы его, брат Алексея, в новом его сарайчике. Вот здесь все его хозяйство. А здесь, ну здесь у тебя никакого отопления, ничего, они сами здесь все с собой отапливают. Ну тепло, я тебе скажу. У тебя градусника здесь нет? Ну и на улице-то еще не холодно. Ну на улице вроде 15. Так, это козы, это так. Кабанчик. Первым делом накормим свиньюшек, чтобы они не кричали. У тебя здесь корма-то все отсюда, все свое, да? Да. Все от нашего. Есть что-то, какая-то молилка, дробилка, что-то там, или как тут? Да, есть. Сейчас покажу, все по порядку. Конечно, мы с мороза зашли. Стирать. Все натуральное хозяйство, здесь ничего модифицировано. Сейчас я там смотрел в интернете, там что только не выводят. Сейчас в пробирках бульдога с носорогом могут скрестить, и все, и получится. Понимаешь, какое время-то живем. Да. А здесь все, как сотворил Господь. Дробильня. Значит, зерно. А, зерно. Чтобы все удобно было, да. Вот она, дробилка такая. Сегодня буду дробить как раз. Уже заканчивается дробил. А, прям готовый в магазине купил, да? А? Готовый. Это, купил. Да, да, это я купил, да. Что-то там 350 у нее, по-моему, мощность. Или 300, я уж не помню. Килограмм в час. Да, для моего небольшого хозяйства нормально. Я не так уж и часто дроблю. Пойдет. Ну, расширяться-то хочешь не хочешь, придется. Поэтому. Ну, если потом надо будет, но если она-то так мощная достаточно. Так, а вода у тебя здесь с этого бачка? Да, вот он куб. У меня на тонну воды очень удобно набрал. И практически на месяц на мое хозяйство хватает.
Ну, у тебя тут тоже и насос есть где-то, да? Нет, это набираешь как? У этот насос у папы в колодце и поверху скважина, сделали, да? С наклоном, но ну, вот что и в зимний период набрала на стекла и все. Ну это так, первоначальный вариант самый простой. Потому что сложный пока нету времени делать. Потом сделаю под землей, чтобы все было. Все, уже никаких навесных этих. Так, ну что, вот. Здесь курятник. Что самое интересное? Самое интересное — собирать яички. Это что, это конвейером сюда выпадает? Да, выпадает сюда и все. Ну, сейчас утро еще, пока вот только одно. Ничего себе. Ну нет, пока больше нету, да. А как они там? Приходите позже, что называется. Как они у тебя туда попадают? Ну, домики. Домики. Опять запотело вот мне. А там... Ну, пусть меня простят. Я оператор никакой. Тренируюсь, как сказать. Тихо, спокойно. Здесь домики, они сюда залазят, несутся там. То есть они знают это все, мне да, надо. Да, да, да. Ну посмотри, вот, что будет видно, нет? Прям вот, вот так вот, видно. Подержи. Все, зашла, снеслась. И яйцо выпало в контейнер, да? Автоматизирован. А, вот здесь... А, эти поилочки. Поилочки? Ну, как умывальник. Как умывальник. Вот так брик-брик-брик, она раз пьет. Она это знает, трогает вот это, да? Да, да, не знаю. Ты смотри. Уже сломали. Нормальный процесс. Да. Вот, а тут зерно. Вот как раз оно закончилось. Сегодня я буду набирать... Вот все, полностью закончилось. Ну, засыпаешь, оно все потихоньку поступает. Засыпаешь где-то вот на неделю, да, получается. Где-то. Ну-ка, стой. Подожди, подожди. Может, камешек вот тут. Вот. Да. Ну, спаси Христос, брат, что не отказал нам. Да, вот сейчас тут чистить буду. Вчера воскресенье было, отдыхали. Поэтому сегодня двойная. А у тебя сколько дойных коз? Сейчас одна. А эти в запуске родить должны. Вот здесь маленький козленок. Маленький козленок. Маленькая козлушка. Еще, ее еще рано покрывать. Летом, может быть, покроем ее. Вот. Ну, отлично. Я смотрю, так тепло здесь. Здесь у тебя... 100 сантиметров, этот, 100... 15. 150, да? Миллиметров, да, если так. А крыша 20. Ну, тут... 200 миллиметров. Да. Систему вентиляции я вот уже второй год как бы дохожу до этого. Систему вентиляции надо грамотно придумать. Ну, как бы уже все придумано, просто надо сделать теперь. Принудительно, чтобы заходило, принудительно выходило. Желательно еще через рекуператор, чтобы воздух там не охлаждался. Ну, в общем, система такая, чтобы тепло здесь сохранялось. Принудительно, ты имеешь в виду, на электричестве он будет катить? Там? Да, да, такие насосики, там, к примеру, ватт на 40. Они полигоньку там? Это, да, это вообще, они там, у них производительность, допустим, 280 кубов в час, то есть огромная производительность. Это самые простые, они продаются. У меня были такие. Вот. Ну, с толком, с толком. Так. Да так, по-моему. А ты как-то в интернете это искал, вот это все, да? Какие-то проекты там, или просто сам? Что-то? Ну, сарай сам. У меня брат, строитель Роман, подсказал мне. Вот. Какие-то моменты. С Новосибирска, да? Да, да, да. А так-то изначальная идея каркасного сарая, то есть, естественно, заполнитель пенопласт, заполнитель, и все. Там железом прячешь его от мышей, чтобы мыши не... Лучше в таком пенопласте, ну, да, жить. Они...
если хорошо все укутать, спрятать, то как бы ограничить доступ, то ничего. Окошки из сотика надо, вот, думаю, еще один слой сделать, чтобы потеплее было. Сотовый поликарбонат. Ага. Опыт показывает, что надо еще один слой сделать. Ну, ладно. Что, Андрей, у меня уже время. А, Андрей.